А скажите, пожалуйста, добрый день. Я беру только что. Что это, камера эта? Мне же вопрос задал. Камеры здесь фиксируют, да? Да. Я вижу, вы меня сегодня оштрафовали. Вот я вас долго ждала, да. Хотела, моя белая, 1564. Ну, то не я, ну ладно. Ну, расскажите мне, пожалуйста, вот когда эти знаки появились? Потому что я почему остановилась? Я остановилась, мест нет. Ну, я стала, думаю, сейчас когда быстренько в Макдональдс. Я вам не скажу. Не знаете, да? Года три они точно уже есть. О, я их это никогда не видела. Я думала, мест нет, значит, там можно спокойно остановиться. Нет, оно включено, мест нет. Ну, вот смотрите, вот машина заехала, вот видите? А другая вот какая-то? Вот он паркуется, вон выезжает машина. То есть кто-то выезжает, кто-то заезжает. А ну да, так вон, видите, сейчас стопы загорели. Сейчас он выйдет, кто-то туда заедет. Ну, оно тут как муравейник. Ага. Ага, и вот это вот, а почему такой большой штраф? Мне 5400 с чем-то. Не, то не 5, то 5, там 1, 2, 3, 4, 5, то 5 пункт. Пфу, вроде бы как 5. Не-не-не. 5, ну, а вот, какой видите, штраф? 5, вот, да, вот такое. 0. А сколько денег там? Ну это 340, я не знаю за что у вас. Если вас за знак оштрафовали, значит 340. Ну вот такое же, как у вас написано. 5. Точка 400, я думала 5430 гривен. Нет, 340 там, и первые 10 а там дней 50%. 50%, да? То есть как за этот. А там пишется словами, сколько денег? Где-то нет. Пишется, нет? Не. Вот это просто 5 нет, точка, кто? Вверху вот пишется 340 а, гривен. А, есть. И там, ну 5. Ну все, спасибо. А куда эти деньги идут? Бюджет, уже написано. Головное управление казначейства Днепропетровской области, место Днепро. Ну, надеемся, что Филатов в космос за эти деньги не летает. Все, спасибо вам, до свидания.